Ну, такой вязкий хоккей получился с нашей стороны и с соперника. Плюс еще, наверное, качество льда, что подводило. Ну, победа есть победа. Бывает и она с плохой игрой. Ну, не могу сказать, что плохая игра была, но такая вязкая, да. А сейчас связано такое большое количество удалений. Вроде матч предсезонный, понятное дело, что все еще нарабатывают свою там тактику, но все-таки очень много, как обычно, регулярный чемпионат матч был. Мне кажется, все с желанием подходили, может, где-то с большим энтузиазмом. Из-за этого такие мелкие моменты всплывали. Сегодня достаточно непривычная для многих болельщиков красная форма была. Как вам самим, что-то ребятами обсуждали, как-то перекинулись репликами? Ну да, довольно-таки непривычно. Когда сюда зашли, все в красном было. Просто так, какие-то шуточки были. Ничего особого. Ну, вы знали, что это историческая форма, что она все-таки имеет исторический подтекст, и так в такой форме Салават Юлаев некоторое время выступал? Да, мы, ну, прочитали вот как раз-таки. Салават Юлаев выкладывал все там ВКонтакте. Прочитал я там. Оттуда и узнал. А вообще, как свою игру оценишь? Потому что предсезонка идет, уже можно какие-то минимальные выводы, может быть, сделать. То есть была предсезонка, была своя работа над своими моментами. Как сам оценишь свою игру? Ну, с переменным успехом. Какие-то моменты хорошие, какие-то нужно подработать. Ничего страшного, я еще плюс в центральном сейчас играю. Давно не играл на этой позиции. Надо чуток вспомнить. Через работу. Такие игры бывают, ничего страшного, как бы. Через работу все придет.